Привет, друзья! Обещал вам рассказать анекдот про экономию. Пошел муж в магазин в целях экономии купить туфли жене подешевле. Заходит в комиссионный магазин, цен нет, и вот он смотрит на туфли и продавца спрашивает: «Почем вот эти вот черные туфельки?» Тот ему: «1000 рублей». Тот: «А вот эти вот беленькие почем?» Продавец ему: «Желаю вам позитива и хороших покупок».